Сегодня на базе частного учебного центра имени Карбышева ДАСААФ были проведены традиционные областные соревнования по профессиональному мастерству лиц, обучающих управлению автомобилем. За звание лучшего боролись 17 мастеров со всей области, которые уже стали победителями в своих районных состязаниях. У нас в ДАСААФе в Пружанском проходил конкурс и решили выбрать меня. Программа соревнований включала в себя проверку знаний правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания транспортных средств, используемых в учебных организациях ДАСААФ, а также знаний методики обучения. Это уже традиционное мероприятие. Согласно положению ДАСААФ по этому вопросу, у нас этот конкурс проводится один раз в два года, как я уже ранее отметил. Первый и второй этап в один год и третий этап во второй год. Традиционно мы занимаем лидирующие места в этом вопросе. К сожалению, нам не удалось занять первое место до сих пор. Как правило, нас Минская область в этом вопросе обходила, но мы надеемся, что в этом году нам по плечу первое место. Победителям и призерам были вручены дипломы и денежные призы. Проведенные соревнования объективно показали возросший уровень профессионализма мастеров, выявили их сильные и слабые стороны, указали направление приложения сил для дальнейшего совершенствования мастерства. А лучшие из лучших представят нашу область в следующем году на республиканских соревнованиях. Но уже сейчас можно смело сказать, что у брестских мастеров есть все шансы на победу, так как формулу соотношения качеств, которыми должен обладать идеальный мастер, они уже вывели. Терпением, знанием своих, как говорится, обязанностей, знанием документов, правил дорожного движения, умением общаться, скажем так, с различными людьми, находить общий язык, подход к каждому учащемуся, ну и терпимость. Анастасия Трухнова, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.